Время тикает тик-так, я сижу на хате. Кресло у компа притерто, словно рыцарские латы. Если чё, я был и буду на шестом, нихера не спрятан. Они сбежись, все идет и скоро будет близко. Чисто будет тогда, когда станет чисто. Для кого-то просто пацик, для кого-то уже мистер. Двигая свой рап, вопреки дебилам. Улица, вода, чуть не смыла. В этом помещении, ну типа звука. С вечера до утра продолжается игра. Отсюда минусишки, отсюда голоса. 76 килобит в секунду медленно возня. Это мой темп, как обычно он устраивает меня. Нас не толпа, а только двое. Веселый трек не жди, его не будет. Будет так, как будет. Будет так, как будет, будет так, как будет. Будет так, как будет, будет так, как будет. Будет так, как будет, будет так, как будет. Я не тороплюсь, поэтому читаю медленно. Не слушаю всяких уродов, дорожу своими нервами. Не делаю прыжок из подземелья. Самый лучший андеграунд рэп, самый лучший рэп подземный. Самый лучший рэп подземный. Здесь игра на качество, как на гоу-футболе. Весело, не весело, но для меня все это норма. Весь мой рэп про рэп и про то, как я живу. Не читаю о любви, так как не люблю. Ничего не ищу, никого не жду. Никого не жду. Весь мой график жизни изображен в блокноте. Лучше делать четко, тихо, чем муторно, но громко. Лучше делать четко, тихо. Будет так, как будет, будет так, как будет. Будет так, как будет, будет так, как будет. Будет так, как будет, будет так, как будет. Будет так, как будет, будет так, как будет.